В Южно-Сахалинске начинается кампания по борьбе с депрессией. Ее проведут в медучреждениях области. В них разместят 100 информационных стендов по профилактике заболевания. Это произойдет до конца октября. Плакаты разработали в рамках нацпроекта «Демография». Стенды расскажут ключевую информацию о заболевании. Пациенты смогут узнать и о симптомах, на которые стоит обратить внимание. Создатели баннеров отмечают, частыми причинами депрессии являются затяжные стрессы. Чтобы избежать этого, специалисты советуют сбалансированно питаться, заниматься спортом и отдыхать. Если что-то беспокоит из перечисленных данных или какие-то дополнительные симптомы беспокоят, и вы ходите по поликлиникам, и вам все говорят, что вы здоровы, и вам нужно обратиться к другому специалисту, то это тот самый звоночек, когда действительно нужно обратиться к другому специалисту, и, скорее всего, это будет либо психотерапевт, либо психиатр. Ну, как вариант, еще это может быть психолог. На сегодняшний день депрессия остается одним из наиболее распространенных психических заболеваний в мире. Им страдают около 300 миллионов человек всех возрастов. В островном регионе обращать внимание пациентов будут и на посттравматический синдром. Для этого изготовят и разместят 50 баннеров с информацией о недуге.